Луна. Луна, луна. Видим мы одну сторону Луны. Что находится на другой стороне Луны, никто не знает. Я склонен полагать, что мы не одни во Вселенной. И те странные истории с американцами, были они там или не были, и вдруг резко, после того, как они якобы побывали, туда вообще мало кто долетал. Что-то их там, наверное, напугало. Или кто-то. Наверное, все-таки кто-то. Ну, что-то мне так кажется. Ну, не может быть, чтобы мы были одни. Мы не венец природы абсолютно. Люди — это так, чуть-чуть лучше умеющие мыслить, чем животные. Ну, к сожалению, это так. Уж очень много в нас плохого. Освоение Луны. Да не знаю, давайте все-таки о наболевшем и укреплять границы. Границы с Крымом. Чтобы вот оттуда вот угроза не шла. Вот это вот первичное, на мой взгляд, чем какие-то межпланетные взаимодействия и так далее. А что касается вообще, есть же и тема там, продажи земель на Луне. Ну, для меня это полнейший бред. И это как вот я подарю тебе звезду. Вот видишь, вот там вот. Это хорошо, если она еще в каком-то известном созвездии. Эта звездочка, которую ты купил, и у тебя якобы какой-то сертификатик. Она же может быть вообще какая-то очень далекая, ее можно даже и не увидеть. Но однако же я вот ее имею. Но это так, это для тщеславных дураков.